Всем привет, три пескаря. Пару слов людей, покидающих общий водоем. Добрый день. Сегодня рыбалка была трудовая. Да, рыбалочка действительно трудовая. Ловили на актив, да? Да, на актив. Очень тяжело. Ну, рыба есть, и она, в принципе, клюет. И, в принципе, она клюет, да? На какой актив ловили? На колебалке, на небольшой силикон. 2-3 дня. Давление играет, погода скачет. То дождь, то снег, то вообще непонятно что. Каким образом, как вы считаете, это отражалось на клеве? Ну, рыба была, как сказать. Были периодические выходы, и она клевала. Короче, рыба не очень активная была. Ну, в принципе, у рыбака, как у природы, нет плохой погоды. Рыбалкой довольны? Да. Отдохнули? Да, даже в такую погоду. Да, все хорошо. Ни хвоста, ни чешуи вам, и всего доброго. До скорых встреч!